составе делегации представители руководства профессиональных союзов России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана и Таджикистана. В нашу страну они приехали для участия в заседании консультативного совета Международного объединения агропромышленных профсоюзов. Мероприятие предваряет специальный ознакомительный тур. За три дня делегаты посетят ведущие предприятия Беларуси и памятные места. Вот моя цель – показать нашу республику, показать наше производство, показать наших трудолюбивых людей. Значит, то есть все прекрасно, но прекрасно есть в нашей республике, чтобы люди увидели, потому что в основном мы не все первый раз в Беларуси. Мы за три дня вот покажем нашу республику во всем аспекте. Вот я предчувствую, предполагаю, что цель, которую себе поставил, мы ее увидим. Ну и, конечно, мы примем ряд документов общих таких, потому что этот форум первый раз в Беларуси проходит. Значит, мы ни разу не проводили, последний раз был в Москве, вот, ну, мы решили сейчас ежегодно в какой-то стране проводить этот форум, значит, ну и принимать ряд значимых документов для наших трудящихся. В числе посещаемых предприятий «Савушкин продукт» – флагман молочной отрасли страны. Продукция известна и любима не только на территории Беларуси, но и далеко за ее пределами, к примеру, в Иордании, Сингапуре и Китае. Удельный вес экспорта в общем объеме продаж за первое полугодие 2018-го составил 60%. Сегодня на счету компании более 600 международных и республиканских наград. Одним словом, есть чем гордиться и что показать гостям. Меня сегодня поразило то, что мы увидели. Ваша продукция, она известна вообще во всем мире. Мы ее тоже употребляем, знаем. Это знаменитое предприятие. И при сегодняшней технологии, это, наверное, на постсоветском пространстве одно из самых передовых предприятий, в котором продумано все до мелочей. К слову, именно с Павлодарским отраслевым профсоюзом Брестский обком работников агропромышленного комплекса в последний день визита в Минске в ходе заседания подпишет договор о дальнейшем сотрудничестве. Предусмотрено заключение договоров о сотрудничестве между профсоюзами различных стран, профсоюзами агропромышленными. Мы будем подписывать соглашение с делегацией Павлодарской области Республики Казахстан. В принципе, там такая же областная организация, как у нас. Договор предусматривает ознакомление с работой друг друга, с методами работы, с принципами работы. Я уже сказал, что я думаю, что нам есть о чем рассказать и есть что показать. Я думаю, что и моему коллеге из Павлодарской области тоже есть что показать и что рассказать. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК ТВ.